Всем привет! Опять не могу сказать доброе утро, потому что время уже... На обед иду. Уже, все, сегодня тоже поработала неплохо. Вот. Хорошо так. Девочка ко мне, подружка русская, заезжала тоже. Я всегда ее забираю там внизу. И ко мне она ходит. Сделали ее красавишной. У нас же сегодня день королей, нужно идти смотреть. Завтра все подарки будут открывать. Нам сегодня, кстати, после работы поеду тоже у нас у родственников. Магазин есть. Ну, там у них все продается, в том числе и игрушки. И вот мы всегда им заказываем. Не знаю, может, уже и говорила. Просто шлем, говорим, приготовьте нам игрушки. Они уже знают, кто кому что подарит, детям маленьким. Вот, чтобы, знаете, не повториться, не подарить всякую фигню. А мы просто потом заезжаем, как говорится, забираем и оплачиваем. Очень удобно. Зато игрушки разные. Так, а где у меня машина? Она вон там подальше. И вот нам надо их сегодня забрать. Вот все время тоже, знаете, времени море. То есть это же можно было бы заранее все сделать. Нет, надо все до последнего, да, додержать. Ну что тут у нас? Столько машин. А, так он сюда. Вот. И надо после работы тогда сверить. Так, все, Чарли, ваш бушует. Смотрите, какая красота. Небольшой ветер. Но когда я была, ну, приехала сюда, ветра никакого не было. Мы сейчас вон туда гулять пойдем. В принципе, все как обычно. Ну, не красота ли? Что, встретимся внизу? Буквально через секунду. Смотрите, сколько рыбаков. Видимо, время такое рыбацкое, и надо рыбу ловить. Море спокойное, но сегодня намного холоднее. Вот, все, в позе. Кидайте ему камни, он будет за ними бегать. Сейчас, ага. Видимо, как... А, что хотела сказать, что сегодня намного холоднее, чем вчера. Ветер прям ледяной. Несмотря на то, что солнце светит, но ветер ледяной. Так что шуба мне, кстати, пришлась. У нас уже почему-то огни зажгли. Но день намного длиннее стал, поэтому... Так, собачка бежит. Поэтому, наверное, в это время уже всегда огни раньше зажигали автоматически просто. Тихо, если будете смотреть, маленький. Мы сейчас пару кругов дадим, как всегда, и поеду домой, а потом хочу пойти... Ну, за подарками, естественно, и пойти посмотреть вот это вот весь... Все шествие этих персонажей мультяшных. И вам заодно показать. Правда, я не точно не знаю, во сколько все это начинается. Кто говорит в 5, кто говорит в 7. Ну, в общем, на 5 я уже точно не успеваю. Потому не то, что не успеваю, время уже далеко за 5. Вот. Ну, думаю, что часов 7 будет. Я помню, что уже было темно. Вот, поэтому сейчас пока светло, мне кажется, еще ничего не началось. Потому что на улице было уже темно. Так что пока мы погуляем, доедем. И все, солнышко уже сядет, и все начнется. Праздник. Праздник нам приходит. Ой, вы знаете, скорее бы они уже эти праздники закончились, прям уже даже надоели. Какой-то ритм, вроде бы как работаешь, не поймешь, праздники, не праздники. Работа какая-то непонятная. Я люблю стабильность, чтобы все я знала, что шло, чтобы все шло по списку, как говорится, так как должно быть. Ну ничего, зайдем в свой ритм, и все будет опять наладиться. Здесь, кстати, по-моему, молодежь вот тут сидит, всегда резвится. И, по-моему, один парень, это сын моей клиентки, если я не ошибаюсь. Вот. Там мужчина гуляет на колясочке. Вообще много народу здесь гуляет. Ну прям ветер ледяной, аж уши замерзли. Ухи замерзли. Вот что-то он хлопает. А он, наверное, с собачкой гуляет. Видите, у него кресло электрическое. У вас, наверное, трясти немножко будет. А, это женщина. Да, она женщина, у нее собачка. Она с ней гуляет. Да, моя слиткая рыбка? Ладно, мы тоже гуляем. Вот моя гора, на которой я работаю. Замок. Все дела.
смотрите, какая красота, сколько народу. Тут что-то вот какая-то сцена непонятная. Типа, кто это? Там какой-то мужик стоит с бородой. А, там типа Иисус, смотрите, маленький, с ребеночком. Сейчас пролезу, посмотрю. Музыка тут звучит, да, я там буду пустить, смотреть. Это типа Иисус. Короли, а, короли вот сюда едут, а тут вот они находят Иисуса. Смотрите, какой хорошенький, маленький, настоящий, настоящий. Видите, сюда короли идут и находят Иисуса, прикольно. Уже вот они идут. Я тут встала рядом с ребеночком на первом фоне. Смотрите, сколько народу. Ужас. Ужас. Смотрите, сколько народу. Да. Музыка орет. Там вот выключатель такой есть. Прям мне такого на него хочется нажать и выключить. Впереди, вот видите, идут, танцуют. А потом едет вот такой вот персонаж. И вообще конфетки должны кидать. Ну уже грузовик проехал с конфетками. Вот этого тоже должны кидать вообще, по идее. Это какая-то радуга едет. Радуга. Девочка. Вот. Там их много. Набирают эти конфетки, потом не едят их. А так, знаете, ради развлечения поднабрать конфеточки. Смотрите, сколько народу. Это все с телевидения, с газеты. Король. Мешки какие у них с конфетками. Да они вот по всему городу поедут. Так разбрасывают. Эту музыку мне не забанят, я думаю. Потому что это поют вот там.
песня. Моя чуть-чуть не слазит. А вот второй король идет. Ну вот, все закрыли мне. И третий. Подожди, а где черный? Я вот тут между задницами вам покажу. Я не там. В общем, они там подносят, типа, ему. Ты наш король, мы тебе подносим золото. Первое золото поднес. Ну, дайте мне это, я тоже Yo хочу. Te traigo el incienso del Espíritu, porque eres nuestro verdadero Dios. Igual que el incienso, se elevarán nuestras alabanzas al Dios de Israel. Тоже что-то там принес. Если честно, прослушала. И так смотрела на камеру, что я там снимаю, что прослушала, что он принес. Y третий. Yo, príncipe de Egipto, te ofrezco mirra, rara riqueza por su singularidad entre todos los presentes de nuestras lejanas tierras, porque vas a derramar tu sangre y morirás por todos los hombres. В общем, тоже что-то принес, какую-то мирра. Что такое мирра, я не знаю. Что-то, наверное, крест... И это... Библейское, в общем. Чтобы была плодотворная земля, потому что он прольет свою кровь на ней. Все-то они знают. Ну, блин, ну репортеры эти. Ой, хоть так фоткают. Ну, вот теперь еще и девочка какая-то стала. Вот там, дерьмо. Вот, видите, они все там. Ой, и там Иисус и Мария. И короли. Я сама первый раз здесь. Я всегда с балкона смотрела, а сейчас смотрю отсюда, представляете? Все, короли пошли, репортеры разошлись, слава богу. Короли, ребенок остался. Короли расходятся по домам. Отвечает в прямом эфире. Что-то там рассказывает, интересное, наверное. Интересно, интересно. Вот еще вам одна песенка послушайте. Праздничная, рождественская. Поехала, нас проехала. А что-то мало в этом году. Или еще поедут, наверное, кто-то, потому что совсем мало было. Я уже вышла с своей стороны. Подойду поближе. Смотрите, видите, как конфеты собирают? Потом будут их кушать. Еще подъезжают. Они как-то подъезжают и туда уезжают. Странно. А короли тут стоят. Я все пропускаю, оказывается, а я не в курсе. Вот, смотрите, еще есть. Там какой-то мультяшный персонаж. Я их не знаю, что-то по... Миньон, это Миньон.
что у них уже все раскидали, уже конфетки, нет конфеток. Смотрите, мешок пустой у нее. Ой, мамочки, еще одну. Вот таким образом их подбирают. На голову прям. Там еще кто-то едет. Под ногами валяются конфеты. Там вот одна вижу. Сейчас еще подкинут. О, у этого большой мешок. Смотрите. Ну, там большой мешок, большой, езжай сюда. Ой, а куда я иду? Там мне надо на ту сторону пройти. Ну, сейчас как-нибудь пробегу. Все, ушел маленький Иисус. А я пойду, мне на ту сторону надо пройти. Попытаться. Все перекрыто, можно ходить по улице. Конфетку на ночь жру. Представляете, 4-5 конфеток урвала. Кстати, вот эти длинные вкусные. Дети пакетами набирают, для них это развлечение. Ну, я так летела, брала. Почему бы не брать, если тебе летят в руки конфеты, да? Смотрите, как классно. Я так люблю по улице идти, когда никого нет, ни машин. В общем, иду домой, нос замерзший. У нас градусов 10, даже, наверное, меньше. Ночью холодно. Сейчас чаю сделаю, выпью и буду вам монтировать вложек. Надеюсь, он вам понравился. Так что пишите в комментариях, понравилось ли вам или нет. Вот. Это был мешок с конфетами. Вот у него тоже с конфетами мешок.
вот такими мешками набирают. А вот бабушки несут пакетики, тоже с конфетками. По полкой пакетика набрали, прикиньте. Смотрите, видите? Оп. Оп, оп. Все домой. И так и много людей с пакетиками. И я с своими 5 штучками. Ой, не могу. И смех, и грех. А вот это называется раскон де рейес. Его нужно завтра кушать вместе с семьей. Это как сдобная булочка, а внутри взбитые сливки. И, в общем, там внутри есть один бог, короче, фигурка короля. Это я знаю точно. И фигурка, как же она называется, фасоли. Ну, еще какие-то фигурки. В общем, если король тебе ты кусаешь, и тебе попался король, то это к удаче. А если этот фасолька, то ты должен платить за этот раскон. Я его не покупаю, потому что он очень калорийный, но и мне не нравятся сливки взбитые. Нет, есть еще шоколадным муссом. Вот. Есть шоколадный мусс сливки, но мне он не нравится, поэтому я никогда не покупаю. Поэтому и не помню точно. Ой, а вот тут они еще приезжают, представляете? Почти по моей улице. А, так они это все идут, чтобы еще раз, наверное, конфет понабрать. Ух ты, я не знала, что они на этой стороне тоже приезжают. Ну надо же. Ладно, я все равно домой почесала. Потому что уже устала я. Я все-таки после работы, как говорится, машина парковала фиг его знает где. Ой, блин, как бы пролезть. Ой. Пердон. Ой. Как же мне уйти в ту сторону? Все, пролезла. Все, иду домой. Ну уж тут-то точно они не пойдут, я так думаю. В общем, вот такие у нас дела. Время уже поздно, я сейчас пойду умываться. У меня что-то, знаете, аллергия, наверное. Вот тут прям чешется, так не могу. Не знаю, на чем. Поэтому надо кремами намазаться вот так везде-везде. Вот. А завтра обещает быть день насыщенным. Так что подписывайтесь, друзья, чтобы меня не пропустить. И всего вам самого наилучшего. Сегодня у нас 5-е, 6-е, да? В общем, завтра рождественская ночь. Поздравляю вас с наступающим Рождеством. Всего вам самого наилучшего. Здоровье самое главное, да? Здоровье это вообще самое главное. Потому что нет здоровья, вообще нет никакой жизни. Там что-то жрут по телевизору. Но это не важно. Что я все время о жратве? Вот. Здоровье вам, здоровье, еще раз здоровье. Остальное все приладится. Всего вам самого лучшего и пока-пока.